Чижевский, он выходит на вот это понимание, что есть цикл солнечной активности. То есть 11-летний цикл солнечной активности, когда существует максимум солнечной активности и минимум солнечной активности. То есть мы живем вот на такой волне солнечной активности. 11 плюс 11, это получается полный цикл, это 22 года. 22 – это священное число Солнца. Старинная кельтская игра, которая связана с Солнцем, она как раз и состоит из того, что на поле пускается круглый шар, который олицетворяется Солнце, и две команды – 11 и 11. Кто побеждает, а это всегда имело такой ритуальный смысл, что-то какое-то, что-то загадывалось, как мы с вами играем во время наших... А? Футбол вроде. Это футбол, да. Это вот имеет прямое отношение к Чижевскому. То есть вот эти ритмы солнечной активности. То есть и дальше мы видим, что смысл полностью игры потерян. То есть это была игра такая жреческая. А когда потерян смысл, когда теряется смысл, начинается шоу-бизнес. 11 плюс 11 – 22. Посмотрите, мистика, у нас все происходит в 22-х числах. 22 декабря – Коляда. 22 июня – Купала. И так далее. 22 апреля – Ляльник. 22 мая – Дажбог Вешний.